Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. И сегодня отреагирую на совершенно неожиданный, по-настоящему неожиданный камбэк группы Brave Girls. Эта группа была основана в 2011 году очень известным и хорошим, по крайней мере, в свое время, композитором. Зовут его Кан Тон Чхуль. Вроде бы так. Он фокус в том, что один человек, но никнейм у него почему-то Brave Brothers. Может быть, конечно, у него в голове сидит несколько композиторов, и поэтому у него такие хорошие треки получались. Но, тем не менее, почему-то он себе такой псевдоним взял. Я долгое время считал, что это реально несколько братьев, два, например. Выяснилось, нет. Но вы его наверняка знаете. Не знаете, может быть, по имени, но по клипам, если вы слушаете кей-поп, условно говоря, не с 2019-2018 года или 2020, то он работал с кучей групп, с AOA, с Tiara и так далее. Вот у меня там короткий список, например, что он писал или принимал участие. AOA, Like a Cat, Heart Attack, Dalsha Bad, Someone Like You, Hyuna, Ice Cream, Nine Muse, Sleepless Night, Son Dambi. Он практически все песни для него написал, по крайней мере, которые хорошие. Там и Saturday Night, и Crazy, и Bad Boy, и Dripping Tears. То есть вот все, что у нее было хорошее, он все для нее сделал. Для Son Mi он написал Full Moon. Это несложно услышать в самом начале трека, когда... Замечательный такой голос, тогда у JYP было, и у Brave Brothers тоже, это привычка в самое начало оставлять свое название. Это, мол, долгожданное сотрудничество JYP и Brave Brothers. Поехали! Hey, the first collaboration of JYP and Brave Sam. Yes, sir. Here comes song. Я по этим временам, честно говоря, скучаю, потому что это было очень мило и прикольно. Вот, для, господи, Hell Venus он мне сделал несколько вещей, в частности, Wiggle Wiggle, который мне нравится, для Fall Minute, What You Doing Today, ну и так далее. Для Sister, для Tiara, я это уже говорил. Для Tiara, по-моему, So Crazy он писал. Не самая моя любимая вещь, но тоже хорошая. Вот, так что у него список достижений оттокенный. Это я перечислил далеко не все, и наверняка многие любимые вещи свои забыл, и про что-то даже, возможно, не знал. Так что чувак дико талантливый. К сожалению, последние несколько лет он как-то вот совершенно пропал с, не знаю, с радаром, и толком ничего не делал. Или делал, но я про это не слышал. Собственно говоря, группа Brave Girls, он ее основал в 2011 году, он, его компания Brave Entertainment. И вот девочки начали выступать, потом в 2014 году у них случился так называемый хиатус на 2,5 года. Они из него вышли в 2016-м. Причем вышли, сильно обновив состав, там изначально было 5 участниц, а в итоге 3 ушли, 2 остались. Появилось еще пятеро новых, получилось 7 участниц суммарно. Окей, хорошо, вот с ними в этом составе, насколько я помню, они записали отличную вещь High Heels, мне она очень понравилась. По-моему, Deepened, но не уверен вот насчет нее. Потом одна участница опять же ушла, и в итоге осталось, господи, суммарно 5 человек опять же. Вот 5 человек. Да. И после этого они натурально пропали. В 2017 у них был последний трек, собственно говоря, Rolling. И все. Их не было, не было, не было. По-моему, в 2018 или 2019, не уверен точно, у них был Rolling New Version. Но это как бы я не считаю за камбэк даже близко. То есть фактически у них опять же случился такой хиатус на 3 года практически. И тут внезапно, в этом году, видимо, возможно, у Brave Brothers были какие-то проблемы, я не знаю, да, не настолько не копал глубоко. Во-первых, он в начале года запустил мужскую группу одну, мальчиковую, которая мне по понятным причинам не настолько интересна. И вот, опять же, реально буквально месяц назад или даже меньше он сказал, вуаля, у нас камбэк Brave Girls. И пожалуйста. Девчонок там теперь гораздо меньше, насколько я помню, понимаю, четверо, потому что еще одна ушла. То есть теперь изначального состава нет вообще никого категорически. Изначальный состав полностью пропал где-то вот в районе 2017-16, что-то в этом роде. Вот, а сейчас вообще их четверо. Но меня радует то, что... Господи, как девушку зовут? Юджон, по-моему, да, Юджон. Сейчас проверю, чтобы не ошибиться. Да, не знаю, что я сомневался. Да, Юджон. Юджон. Вроде бы так это читается. Вот, мне она запомнилась в High Heels. Очень сильно. Она такая очень смешливая, милая девушка. И мне вообще такой типаж нравится в корейских группах часто. И, в общем-то, слава богу, она на месте. Вот я переживал, что ее не будет. Я такой, как совсем печальненько. Но нет, она на месте. Что сейчас у Brave Brothers с музыкой, я, честно говоря, не представляю. Трое из девчонок еще участвовали в шоу на выживание Unit
Unity, или как это называется, Unity, наверное, все-таки, да, это произносится. Трое участвовали, одна девчонка не прошла на даже собеседование, две девушки там продержались, одна на 48-м вылетела, 48-го места вылетела, другая, по-моему, с 37-го, как раз Юджон с 37-го вылетела, она как бы дальше всех прошла. Но все равно группа она не попала. Тем не менее, Brave Brothers, насколько я помню, написал одну из песен для этой недолго, к сожалению, живущей группы. Песня была неплохая, даже весьма. По-моему, Аймина называется. Но, опять же, могу путать, извините. Если что, где-нибудь поставлю ссылку. Ладно, большое получилось вступление, просто потому что про Brave Girls я до этого не рассказывал. Если я буду реагировать на какие-то их старые вещи, ну, в частности, на High Heels, я обязательно когда-нибудь реагирую, мне уже не придется так много времени посвящать. Я смогу сказать, вот здесь есть вот ссылочка на мой предыдущий рассказ про Brave Girls. Тем не менее, я очень рад, что девчонки в живых, так сказать, остались, и группа осталась живых. Пусть их четверо, но Юджон на месте, остальные тоже клевые. В общем, давайте смотреть, реагировать. И песня, у нее текст достаточно грустный. Если будет в кассу, скажу по ходу клипа. Если нет, то скажу после первого прослушивания. Посмотрим, что с музыкой. Давайте. 3, 2... Сейчас проверим всех случаи записи, а только всегда такое бывает. Нормально. 3, 2, 1. Поехали. Ну, первым делом заказ под ретро, по крайней мере, по части видео. Да, наверное, и музыки слегка. О, привет, ретро. Наверное, сделаю потише, а то мне... Не то чтобы сильно грустная, но спокойная. Господи, это даже старый фотоаппарат. На весь скрип наложен фильтр. Вот она и Джон. Сразу по ней видно, что она веселая. Она еще здесь компьютерщица. Фильтр прям жестокий наложен на это видео. И вот он пропал почти. Интересный эффект. Большое количество ретро-звуков, и, конечно же, услышали и без меня. Мне это даже отмечать особо не нужно. Тут там и пады, и синты, и все, что только можно. Причем разные. И вот они иногда просто пролетают через всю музыку. Так руки подняли, как будто они на американских горках катаются. Очень веселая девушка Юджон. Джон, лыбы не сходит. Такое бывает. Окей, тут типа это титры или это что-то большее? Нет, это титры. Просто. Они идут и идут. Причем как в очень старых фильмах. Хорошо. Касательно песни самой. Ну, песня, по-моему, довольно-таки обычная. У меня она ничем особенно таким не зацепила.
про одного ретро-звучания недостаточно. Brave Brothers способен на лучшее, на гораздо больше. Более того, с ним здесь, по идее, в компании работали еще пара человек, которые до этого с ними работали на самых разных хороших треках. Здесь... Могу ошибаться, тем не менее, кажется, как будто есть попытка сыграть на ностальгии, но, во-первых, девчонки вернулись, поэтому вот вам держите ретро, такое яростное, причем здесь ретро из всего времени, тут экран то такое, тут то помехи идут, то вот эта черезстрочная развертка, интерлейсинг яростный, причем и так, и эдак, тут там пиксели в экран лезут, тут и старая техника, и чего-то только нет, просто получите, распишитесь, если вы любите ретро. По счастью звука, да, он, конечно, тоже ретрушный, можно сказать, но он просто такой спокойненький какой-то, особо не заводящий, особо не вызывающий, не знаю, желание яростно его повторять, подпевать. То есть не, если уж говорить, не When We Disco. Вот When We Disco там моментально залетало в голову, и сложно было его выбросить, до сих пор сложно. Тем не менее, да, песня называется We Ride. При названии We Ride у меня, конечно, в голове возникает совершенно другая картина. Now we ride. That means we're riding now. This moment. Да, обожаю. Некоторые моменты мультфильма «Ранго», он местами классный, местами странный, местами затянутый, но местами очень классный. Вот, да, что я еще хотел сказать про это дело. По поводу текста. Давайте я, в принципе, второй раз прослушаю, потому что по музыке не могу сказать, что мне есть что сказать. Очень много. Слишком все стандартно, но тем не менее. Песня, здесь у нас видеокалибрация, видите, такое ощущение, как будто не... Окей, странно. Проигрывают записанное уже заранее на каком-то видеомагнитофоне, причем в черно-белом, скорее всего. Тут внезапно супер четкая картинка, просто в такой ретро-стилистике. Тут ретро-стилистика скачет, наверное, так и задумано. И не хочу думать, что это от, не знаю, желания запихнуть всего побольше. Характерный бит для, не знаю, 80-х, 90-х, 80-х, наверное, скорее, 90-х. Похожие звуки. Но проблема в том, что не хватает мелодии. Касательно текста, девушка, в принципе, говорит, поет, видимо, про парня, про то, что они едут, он ведет машину, сколько я помню, и они просто не разговаривают. И она, в принципе, выражает сожаление о том, что у них отношения пришли к тому моменту, когда им поговорить-то не о чем. То есть они в машине молча, только радио играет, они сидят, едят молча, они ходят молча, ни о чем не говорят. И, конечно, это очень грустно, и хотелось бы, чтобы они поговорили, но никто из них не хочет нарушить это молчание. Вот. Но клип, конечно, этому категорически не соответствует, клип вообще про другое, по-моему. И Джон, не надо разбрасываться дискетами 3,5-дюймовыми, пожалуйста. Так удивились, как я примерно. Что происходит? Вот все просто, да. И вот эти... Вот это вот эти звуки используются. И бит характерный, и синтезаторы характерные. Все, что можно было, Brave Brothers использовал. Опять, я бы был только за, будь здесь хорошая, интересная мелодия. Здесь, конечно, просто очень жуткий фильтр. Причем это... А, ну да, это прям в обрамлении телевизора. Кинескопного. Джон такая задумчивая. Ей, по-моему, от этой ситуации, когда все молчат, не о чем поговорить, абсолютно неплохо. Извините. Там был Даблин. 16.02.16.
Возможно, конечно, 16-го эфирлес написано. Это что-то означает 16.02.16? Либо я посмотрю после второго прослушивания, пробую найти, либо подскажите мне, что это значит. У них забавный танец. Но что нельзя отнять, это того, что... И Джон реально просто прется. Видимо, она очень соскучилась по сцене. Вот, в принципе, я свое мнение уже сказал. Песня мне не сильно зашла. На мой взгляд, если ты возвращаешься спустя, ну, практически 3 года, возвращаешь группу «Молчание», то надо как-то прям вдарить по полной программе. Ну, то есть, например, во-первых, давайте я проверю, что же, черт возьми, может означать 02-2016, что у них в 2016 году было. Ну, в феврале... Ну, разве что они в феврале 2016 года... Да, все понятно. Группа выпустила 16 февраля 2016 года Crash Deep End трек, собственно говоря, и клип. Да, он был хорош. Они показывают о том, что они тогда вернулись, сейчас вернулись. Видимо, это и должно означать. В любом случае, если ты возвращаешься, то было бы хорошо выстрелить по полной программе, например, как это было с Wonder Girls, у которых тоже была такая заметная пауза, но они вернулись с песней I Feel You. И I Feel You — это была шикарная песня, это был классный концепт, прям идеально такой выстроенный, девчонок научили играть на куче разных инструментов, они сами играли и в клипе, и в этих музыкальных шоу, то есть на самом деле это было очень хорошо, это было очень круто и очень качественно, когда они тебе на это отреагируют, конечно. Здесь, ну, так, немножко лэзи, но... Все равно я искренне верю, что не бывает такого. Композитор был талантливый, а потом раз талант растерял. Ну, видимо, им показалось, что это хорошая вещь, которая достойна камбэка. Мне вот так не кажется. Скажите, кстати, как вам? Кажется это или не кажется? Вот. И буду, в принципе, ждать от девчонок новых вещей. Потому что, опять же, если Brave Brothers захочет, он смогет. Я в него искренне верю. Вот. Все, ладно, на этом спасибо, не забудьте поставить лайк и подписаться, чем больше людей подпишется на мой канал, тем будет лучше, а то у некоторых видео там просмотров за 20 тысяч иногда бывает такое, но мы пока даже до 10 тысяч не пошли, не дошли до по количеству подписчиков, очень хочется. Всем спасибо, всем пока.